На портал экзагет поступил вопрос: Спасутся ли люди, принявшие Христа от страха перед Адом? Нужно заметить, что в святоотеческой традиции достаточно широко распространено мнение о так называемых трех ступенях восхождения в отношениях с Богом. Условно, э, отцы часто говорят о том, что на самой ранней ступени человек начинает отношения с Творцом именно из соображения страха перед вечными муками. Однако человеку не должно застревать на этом этапе, ему необходимо двигаться дальше. И следующим шагом является э, определенный труд, да, определенное делание на пути э, к спасению в котором человек мотивируется желанием вхождения в райское блаженство. То есть в первом случае он бежит вперед от страха, во втором случае он бежит вперед за наградой. Но есть и третий этап, к которому, да, как к совершенному, безусловно также призван всякий человек. Это этап, на котором человек соблюдает заповеди и живет по Слову Господню. Просто из любви к Богу. Не потому, что Он чего-то боится, или не потому, что Он чего-то хочет, а потому что он познал, что такова воля Божия о нем, и он желает соответствовать этой воле, желает находиться в отношениях с Богом как с любимым, и поэтому трудится. Эти ступени условно называются часто в аскетических творениях э, ступенями э, раба, который трудится из страха, наемника который трудится из желания награды, и сына, который трудится из любви к отцу. Кроме всего прочего, нужно заметить, что хотя, с одной стороны, э, аскетические тексты указывают на поступательность этого движения, при всем при этом традиция подразумевает, что далеко не всякий человек э, проходит все эти этапы, то есть кто-то останавливается на более ранних, не доходя до последнего. И в некотором смысле это тоже хорошо и приемлемо, потому что силы душевного устроения и как бы э, скажем так какая-то особенная жажда благодати Божьей в каждом человеке различная. И поэтому э, бывает, что человек, ну, скажем так застопоривается на определенном этапе. священное писание говорит о том, что во-первых, и такого рода мотивация, Вполне себе э, возможно, да, она несовершенна, но возможно. И что Бог со своей стороны, желая спасения человека, принимает и такого рода труды. Можем обратиться к тексту. Относительно того, что Бог всякому человеку ищет спасение, говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, безусловное желание Бога к спасению всякого человека. Относительно же того, что такого рода педагогический ход, как увещевание, в том числе через страх, возможен, говорит соборное послание апостола Иуда. Это, собственно, небольшой текст размером в одну главу, и, собственно, здесь можем рассмотреть 22-23 стихи. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежду, которая сквернена плотью. Не входя в детальную экзогезу отрывка, мы можем свидетельствовать, что иногда и такого рода педагогический ход, как мы сказали, тоже возможен. Поэтому, возвращаясь к вопросу, спасутся ли люди, принявшие Христа от страха перед адом, мы видим, что священное писание дает утвердительный ответ. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.